Москва сейчас подошла к такой черте, за которой многие проблемы, которые копились годами, уже могут быть неразрешимыми. И понятно, что те методы и способы, которые раньше практиковались при проектировании города, при его обустройстве, планировании, они не работают. И понятно, что время ставит какие-то новые вызовы, и на них придется отвечать уже обновленному руководству Московской архитектуры, новому архитектору города, новому директору генплана. Мы попытались ответить этой выставкой на вопрос, какова же будет Москва будущего в представлении руководства города и архитекторов, и девелоперов, которые, собственно, осуществляют все то, что остальные только задумывают. Мы попросили ведущих критиков, кураторов назвать объекты, которые они считают, представляют уже сейчас Москву будущего. А между тем, уже сейчас построено очень много объектов, которые инновационные, которые представляют как бы Москву не такую, как мы к ней привыкли. Не бесхозную, не разваленную, не помпезную, а разумную, зеленую, красивую и так далее. Вот эти 11 объектов, которые были выбраны экспертным советом, представлены в этом зале. Московская архитектура говорит о более общих задачах. То есть она представляет стратегическое видение развития Москвы, а вот эти здания очень разные. Они социального значения. Это и жилье там класса люкс, и жилье на элементах типового проектирования. Это и центр медицинской и детской онкологии, и большой проект ЗИЛа. Это все очень разнообразные вещи, которые создают вот ту самую Москву, которая, как мы считаем, должна быть.